Так, не хватает еще одной крупной архитектурной детали. Это окна. И мы с вами начнем его строить с плана. План повернем по оси Y на 90. Выведем его сюда. Так. Далее пристроим его где-то вот так, наверное. Ага. Но, ребятушки, давайте мы его еще SPZ сделаем. Вот так вытянем. Да, я думаю, так будет хорошо. Так, стоп. Да, ёлки. Так. Еще лучше S по Y. И Z тоже. Далее мы можем с вами сказать Shift Ctrl R. Ctrl R. Естественно, здесь Ctrl R. В чем дело? Тогда он делится ровно пополам. И здесь Ctrl-B. Вот так вот. Небольшая щель между ними. Превращающая это окно в два окна. Удалили. Face. Вот. А здесь нам нужно будет сделать следующее. Да, наверное. Возьмем и поведем его так. Отлично. И дальше Ctrl R. Не хотел. Давайте мы его выведем наружу сначала. Вот так. Е. Такой вот переплет у нас будет, да? А здесь мы просто сделаем так. Ctrl-R. Поднимем сюда. Ну и заодно мы скажем ей, что дорогая. И ведь это S по Z 0. Вот так. Смотрим. Да, отлично. И мы можем сказать тоже еще один Ctrl сделать, и все. Ctrl R. Вот так. Ctrl R. И теперь здесь. Вытянем-ка мы Е наружу. Отлично. А здесь тоже сделаем Ctrl-R. Две штуки. И потянем их вместе. S. По Y. Вот так.
далее просто G. Смотрим, чтобы правильно все было E. Здесь по не очень удачно по топологии. Нам надо бы в этом случае, по идее, тут вот удалить эти face, да? И тут удалить face. После этого мы можем спокойно связывать эти вещи. То есть это с этим сказать, что M по последнему, этот M по последнему. Вот так оно будет все у нас правильно по топологии. Но нужна ли она нам? Прям я не знаю. Давайте сделаем, что-то пошло. Это выберем, уничтожим фейс. Этот тоже фейс уничтожим. Здесь этот. Нет, вот этот. Тут фейс уберем. Вот так пока оставим. Теперь перейдем сюда, скажем, этот с этим, пожалуйста, у нас свяжите. Там по последней. Вот здесь. Там по последней. Далее. Здесь нам надо будет просто сказать, что это. М центр и здесь М центр. Все, теперь у нас все нормально, получилась вот такая рама. Так, ну еще есть одна у нас забудка, про которую я немножко забыл. Так, возьмем вот это, потянем наверх. Вот так. Так. А здесь попробуем сделать Ctrl-R-чик. Он получился, да? Не совсем так, как я хотел. Но если нет, не надо, господи. Какие проблемы? Сейчас выберем вот этот мод и разрежем вот здесь. Так, разрезали. Ну, я вам сразу скажу, что вот это можно уже убирать. Это просто для разметки было. Так, а здесь перестарался маленько. Вниз чуть-чуть. Назад. Вот так. Так. Можем вот это сказать, что нам они не нужны. Вот так. И теперь, после того, как мы это сделали, можем выбрать вот эти три. Раз, два, три. И попробовать их раздвинуть с помощью вот так.
Минифил, и этого будет достаточно. Хотя... Вот эти два, надо как бы их подтянуть. Вот этот, вот этот. Мы должны S сказать по Y. Вот так подтянуть их, вот так. И будет хорошо и красиво. Замечательно. Теперь ставим это окно вот сюда. Вот. G по весу. Вот так. G по X встал. Угу. Немножко сдвинуть. Смотрим. Может быть. СПЗ это еще сделать немного. Там большевато получилось, мне кажется. Это вполне будет достаточно. Так. Ну и Shift, естественно, Shift по Y. Вот сюда поставим. Есть. Теперь мы можем это и это собрать в одну. Ctrl J. И передвинуть, если мы смотрим сюда, Shift D. Мы можем по Y двинуть ее туда, куда мы хотим. Хотим ее вот сюда. Так. Далее. Сколько у нас там окошек-то? Раз, два, раз, два. Ну, давайте так и сделаем. Так, Shift D по Y, чтобы у нас ровно все было. Теперь развернем RZ на 90 градусов. RZ 90. Или минус 90. Минус 90. Так. И тоже еще, как бы нам получится это дело пристроить. Сбоку. G. Видим, что тут, в принципе, можно вполне пошире сделать. S по X. Вот так. Шире сделать. И давайте теперь еще ее Shift D сделаем. Пойдем вот сюда. По X опять же. Вот так. Есть. Но. Чтобы их сбоку давайте посмотрим еще раз. Мне кажется, надо подвинуть GPX вот сюда и этот GPX вот сюда. Вот так будет правильно. Хорошо, и теперь оба двигаем туда, куда нужно по Y. G по Y вот сюда. Смотрим внимательно, чтобы у нас вагонка не прошла через стекло. Вот. Вот так. Все. И вот эти два, чтобы себя не утруждать. Ctrl J. И объект Sedentus. Exit Origin будет у нас по 3D курсору. И естественно тогда мы можем спокойно
сказать вирус по игреку и убедиться в том, что нифига у нас не получилось, да? По иксу, что ли? Нет, по зету. Да, ну, точно по зету. Ну, бывают такие смешные случаи. То есть теперь у нас уже с вами довольно-таки солидное здание. И нужны аксессуары. Бочки, поилки, кормилки. Сколько у нас времени? Ну, пару кормилок мы сделаем и стойку сделаем, да? А бочки уже потом, в следующий раз. Так, кормушка. Е. Shift A. Берем mesh и берем кубик. Вот он теперь маленький, это хорошо. Дальше тащим его уже по иксу. Вот сюда вытягиваем, чтобы видно было. Поднимаем. Вот так. Так. Еще раз сжимаем. И тащим. Сюда по S, по Y. Делаем кормушку вот такую. Так. А далее говорим edit mode. Вот это. Подождите. Edit mode. Вот это. Ну, говорим Ctrl, вернее, и. В чем дело? Вот это нам нужно выбрать. Сказать и. Видим, что у нас все неправильно. Почему? Потому что здесь стоят неправильные трансформации. Вот теперь все верно. Говорим вниз. Вот так. И теперь вот это и вот это. А, нет. Это и вот это. Ну, попробуем просто сказать S. Вот так раздвинуть. Сначала по Y, S по X. Такая у нас поилка-кормилка. Хорошо. Возьмем сейчас ее. И подвинем ее вот сюда. Где она должна быть? Уже? Вот здесь она должна быть. И заодно сделаем еще одну Shift-D. Вот так. Ну, а ее сделаем пониже. То есть для этого просто-напросто... Нет. Вот этот. Вниз его. Е. Не идет. Поэтому придется этот поднимать. Так. Джей по зету. Вот так. Теперь ставим на место. Есть этот сюда. Так, нарисовали.
Далее сделаем привязь. Для этого возьмем, где у нас цилиндр, ну, у нас там 32, ну, давайте хотя бы до 12 доведем, 32 это чересчур. Тянем его по Y. Вот сюда уменьшаем. Так вот. И поворачиваем на по Y на 90. Угу. Смотрим. Нормально. Такое ощущение, что... Да нет, просто ощущение. Хорошо. Говорим, мы довольны. Поднимаем теперь сбоку. Смотрим. G. Сюда. Это вот так. И сбоку, если посмотреть. G сюда. Хорошо. Далее немножечко расширим еще чуть-чуть. S по S. Угу. Shift D. Поворачиваем. R 90. Так. И уменьшаем. S по Z. Ставим его сюда. G по X. Вниз. Так, S по Z еще, экспозиту, и наверх. Вот сюда. Теперь еще одну Shift D. И по иксу тоже сюда. Так. Здесь мы можем сделать такие штуки дрюки. Сейчас объясню, что я хочу. Так, я хочу вот эту Shift D увеличить в размере. Вот так. И теперь сжать его S по X до невозможности. То есть вот такую петлю металлическую хочу сделать. А увеличить все равно надо. Так. И она у нас пойдет, допустим, вот. А пускай посередине будет. Хотя нет. Для двух лошадей только. Маленький у нас салончик. G. Угу. Ну и дальше еще раз Shift D и по X. Вот так. Есть. Дальше, ребята, идут бочки, бутылки, какие-то вот тут украшения. Сколько времени? 24, не это я потом. А, еще вывеска. Вывеску забыл. Извиняйте. И лампу. Ну ладно, потом сделаем. Стоп.